Приветствую всех увлекающихся, кому интересно. Сегодня анакомпсерос у меня на повестке дня и его семена. Анакомпсерос у меня недавно, где-то около года примерно. Купила его вот совсем вот таким вот маленьким череночком. Он у меня, получается, до весны приживался. За лето хорошо подрос и зацвел. Зацвел одной стрелочкой. На ней было три цветочка. Цветочки эти такие нежные, маленькие, ярко-розовые. Не нуждаются в опылении, завязывают семена сами, но открываются только в солнечную погоду. И цветение достаточно таки продолжительное у него. После того, как цветочки отцвели, завязали семена, я собрала семена из коробочек, из сухих, сохранила их, отрезала цветонос. Вот, в разные стороны пошли побеги. Он начал немножко куститься. Растение очень интересное. Я хочу посеять его семена ради эксперимента, посмотреть, что же из этого получится. Тут грунт из кокосового волокна, который из брикета, который нужно кипятком заливать или теплой водой. Ну, я кипятком заливаю. И разные фракции. Кирпичик у меня, как всегда, перлит, древесный уголь и цеолит, и кошачий наполнитель, который только не растворяется, и песок, крупный песок. На дне мои любимые битые кирпичики большой фракции. И вот эти чудненькие семена. Сейчас рассыплю. Рассыпала я по поверхности семена анакомпсероса. Вот они такие беленькие. Вот они, вот раз, два, три. А поверхностно не заглубляла. Вот в такую почвосмесь. Сверху увлажню. Поставлю, накрою. Поставлю при комнатной температуре на свет. И буду ждать первых всходов. Сегодня 21 декабря. Все, не заглубляла семена. Вообще анакомпсерос не сложное в уходе растение. Подойдет для новичков. Это точно. И семена его достаточно крупные. Я думаю, проблем с выращиванием из семян не будет, ну посмотрим. Вот мой маленький эксперимент, день первый. Продолжается мой эксперимент, а именно посев семян анакомпсероса. Посеяла 21 числа, сегодня 24. Вот на свой контейнер я надела вот этот вот пакет для создания мини-теплички, чтобы влага быстро не испарялась и семена после проклевывания не пересыхали. Получается, прошло 3 дня, и вот такие вот всходы. Получается, всходы очень хорошие. Сняла пакет. По моим ощущениям, всходы вообще стопроцентные. Еще вчера я их заметила и уже проветрила. Стоят они у меня под светом, под лампой, при комнатной температуре. Но очень тепло здесь у меня. Не меньше 25-27 градусов. Это точно. Вот, значит, после появления первых всходов я вот так вот открываю пакет и проветриваю. Сейчас где-то минуток 5 постоит без пакета и снова
пакетом закрою все. Так вот, все я поставила на место, надела пакетик. Там, где было густо, я, пока они не захватились корешками сильно за грунт, я пересадила в те места, где было пусто. И решила, что дальше видео я не буду продолжать поэтапно, там каждые 2 дня, каждую неделю. Я решила выложить то, что есть. А этапы развития дальнейшие, пока не будет разительных изменений, я буду вылаживать в вкладку сообщества. Буду фотографировать и об изменениях писать туда. В общем, если что, кому интересно, продолжение новости ищите там.